На строительство жилья с господдержкой банки дополнительно направят 500 миллионов белорусских рублей кредитных ресурсов. Об этом сегодня сообщил вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин после открытия 25-й международной специализированной выставки «Буд Прогресс». В рамках указа номер 240 уже выделено 135 миллионов. На эти деньги уже строится жилье. Из дополнительных средств будет более трети будет освоено в этом году. Самое главное, есть источник в банковском секторе. Это 135 миллионов плюс сейчас 500 мы миллионов белорусских рублей добавляем. То есть есть финансовый инструмент, а модель и механизмы должны вот отработать в ближайшее время, чтобы вовлечь всех участников в этот строительный процесс по 240-му указу. Вице-премьер также отметил, что до конца года стоимость квадратного метра жилья с господдержкой не превысит средней зарплаты. В 2018-м эта динамика сохранится. Выставка «Буд Прогресс» проходит в Минске на этой неделе. Свои новинки представляют около 200 ведущих строительных компаний из Беларуси, Китая, Бельгии, Литвы, Польши, России, Турции, Украины.